Йоу, привет, дружище, с тобой, как всегда, Шамор, и я тут решил по мобильным играм пройтись, по мобильным хоррорам конкретно, ищу различные игры, мне ребята пишут на почту, сегодня мне тоже написали про игру, вот решил для тебя снять, и как бы если у тебя есть какие-то вариации, которые ты хотел бы видеть на канале, буду рад видеть в комментариях. Ну а пока давай приступим, посмотрим, что это за кусок такой игры, поехали. Эй, йоу! Всем привет, братишки и сестренки! С вами, как всегда, Шуморо, и добро пожаловать в Слендерину. Значит, это хоррор на мобилочке. Многие просили меня хоррор снять какой-нибудь, я вот не знал, чтобы такое найти, а мобильные игры, они развиваются и постоянно выходит что-то интересное. Не знаю, был ли ты на моих стримах по Слендеру, это было достаточно давно, но, тем не менее, сегодня мы... поиграем против Слендерины. Я не знаю, как она относится к оригинальному Слендеру, кто это такая вообще, дочка его или жена, фиг его знает, но в любом случае не забывай поставить лайк, если тебе интересны вообще всякие такие инди-инди-хорроры. Что это такое? Лабиринт 1, лабиринт 2, лабиринт 3? Сложность. Ну, давай поставим среднячок, посмотрим. Я первый раз здесь вообще, первый раз, братишка, здесь. Поэтому не знаю, что здесь нужно делать. Итак, мы с тобой находимся... в лабиринте. Вот он выход. Нам нужно собрать с тобой 8 книг. Да, в Слендере нужно было собирать, насколько ты знаешь, или не знаешь. В общем, листочки. Здесь мы собираем книжки. Давай погружаться полностью. Я в наушниках. Телефон прямо передо мной. Я надеюсь, здесь говно меня никакое не напугает. Не, ну по идее должно напугать. Книжка. Так, забираем книжечку. Хорошо, у нас есть... Это что за нахуй там? Извините, пожалуйста, за выражение. Ты уже пугать меня решила, что ли, Слендерина? Это... Тихо, я понял! Я все понял, ты исчезла? Все, я ухожу, А как ты выглядишь? Ух! А ты где? Слушай, а нормально как бы, но знаешь, не напугало прямо, но... Но нормально так и есть такой момент. Как бы я ее увидел заранее. По идее, ты должен, как бы, скример палиться. Это очень плохо, когда скример в хорроре палится, прежде чем напугать. Такой, опа, я здесь, я тебя сейчас напугаю из-за угла. Да? Слендерина. У меня уже две книжки, Слендерина. Тебе никак не напугать... А, блядь! Тихо, тебе никак не напугать меня, извини, пожалуйста. Тебе никак не напугать меня, говно вонючее. Фигня какая-то, я, кстати, не успел рассмотреть ее лицо. Лучше на крики... Пожалуйста, нет. Только не тупик. Пожалуйста, только не тупик в лабиринте. Пожалуйста, мне не нужен тупик. Я не хочу тупик смотреть. Мне не нужен тупик. Фух, давай не будем с тобой реагировать на, знаешь, на вот эти вот крики, на всякую такую вот гадость. Это нам ни к чему. Это все фигня полная. Это все фигня. Это все так себе. Это не пугает. Мне все, что мне нужно, это найти книжки долбанные. Слендерина меня пугать не будет. Правильно? Правильно. Потому что она уже это сделала пару раз. А где могут быть книжки? Они же могут быть запрятаны где угодно на самом деле. Опа! Слушай, стоит ли идти в эту дверь? Мне кажется, стоит... Уходи! Уходи, дверь, закрывайся! Ну, уходи! Ну! Слышь, блин! Хоррор, скример, уходи! Ну, я вижу тебя! Ну, это так неинтересно, слышишь? Так не пугают в играх вообще-то! Да, блядь! Все? Нормально, я жопой к ней подошел и все. Но это как-то странно. Ух ты ж, нихера себе же, блин! Это была что, голова с руками, что ли? Вот это было, кстати, неожиданно достаточно. Не, вот это уже... Кто это там? Кто это там рожает? Я не понимаю. Здесь еще и девушки рожают что-то. Я не понимаю. Слендерина. Ой, блядь! Хватит, это меня уже доведет не до напугания, а до чего-нибудь другого, я не знаю. Лабиринт один. Кто такие лабиринты придумал, блин? Фу, ладно, пошли дальше. Пошли, спокойненько будем проходить. Будем спокойненько смотреть. Я вообще книжки здесь могу найти или нет? Три книжки нашел всего лишь. Опа. Опа-на, огромное помещение. Ага. Так, у нас есть еще одна книженция с тобой, да? Интересно, так все сделано, то есть минимализм полный. Что это такое? Ведро какое-то. Возможно, здесь есть еще книги, как мне кажется. Все-таки здесь какие-то полки. Я вижу, какое-то складское помещение получается, да? Это какой... Ох ты! Нифига себе!
Но главное не погружаться, на самом деле, просто в такие игры. Когда у тебя мобилка перед лицом, тяжело не погружаться, знаешь? Ой, ты ж, ёб твою мать, как ты меня достала, а? Как ты меня достала, говно вонючее, ключик. Ключик? От закрытой двери, видимо. У нас есть один ключик. Опа! А вот это вот я предусмотрительно открыл шкафчик, хорошо. Хорошо. Ключик был не от шкафчика, ключик у меня остался. Фух, спокойненько. Ладно, давай попробуем найти сейчас то самое место, где была дверь. Мне кажется, это довольно эпично должно быть. Как у тебя дела, братишка? Как относишься вообще к хоррорам на мобилках? Не на мобилках, хорроры тоже интересно, но вот на мобилках как-то, знаешь, какое-то новое свое такое погружение, что ли. Ну, такое, знаешь, своеобразное погружение, скажем так. Где-то здесь была закрытая дверь, значит, и мы попробуем сейчас ее вскрыть. Возможно, там будет как раз книга, вот она. Сюда ключ? Да. Ой-ой-ой, как страшно! Ой, как страшно! Отсосись от меня! Давай попробуем еще раз. Черт побери, я немножко не прочувствовал ситуации. Фух. Слушай, и что за нафиг сейчас был? Сколько у меня жизней вообще? Почему они не показаны никак? У меня 0 ключей, мне нужно найти 8 книжек. Сколько раз Слендерина должна меня, скажем так, опифигачить? Давай попробуем пройти этот вонючий лабиринт, я не знаю. Ой, как страшно! Ой-ой-ой-ой-ой, как страшно! Ой, ты ж нахер! Ты ж нахер! Понял, страшно! Страшно, отвратительно! Так, давай заберем вот эту книжку. На. Давай, я тебя сделаю, девочка моя, Я найду все. Да я же отвернулся! Как здесь нужно пригибаться? Что нужно сделать? Слушай, это уже напрягает вот эти вот летучие. Сколько у тебя еще приемов? Давай, показывай, девочка. Давай посмотрим, сколько еще в ваших инди-хоррорах есть приемов. Сколько вы это осовременили здесь? Всякое говнецо, и мне уже не страшно. Знаешь, камера сама поворачивает, типа, на, смотри на меня. На, смотри, я тебя пугаю. Здесь ни хрена нет. Что-то как-то вот в этот раз она меня вообще быстро стала дрючить. Это очень странно. Не, ну мы же должны разгадать, мы же должны найти эти 8 книжек-то, блин. Мы же как-то должны это сделать. Какой-то у нас должен быть вариант найдения этого всего. Бля, я хожу по кругу, походу. Я нашел всего лишь одну, тогда я нашел так много. А меня уже так запугали, столько хп мне отняли. Я, кстати, не вижу здесь хп. Эту дверь... Блин. Без 8 книжек я отсюда не выйду, как бы. Опа. Один ключик заюзан. Пожалуйста. Пожалуйста, 2 книжки у меня уже. Сейчас будет пугалово. Да, будет пугалово? Нет? Хм, странно. Здесь просто была закрытая дверь, получается, с книжкой. Хорошо. Ты будешь меня еще пугать, нет? Слендеринка. Маленькая мандаринка. Сосиска апельсинка. Здесь ключ? Или книжка? Ключ или книжка есть на полке? Бесполезная книжная полка. Точнее, складская полка. Это бесполезно, это нас не интересует. Ладно, пойдем дальше. Еще один ключ, пожалуйста. Смотри, на стене просто висит. Беспалевно. И что здесь? Где все книжки? Куда вы все книжки спрятали, блин? Скример появляется, а книжек нету. Это очень странно. Тихо. Не закрываться там дверьми, не надо хлопать там. О, пожалуйста, книжка просто в коридоре лежит, смотри. Идеально. Идеальный момент. Так, значит, книжка здесь в коридоре. Ну, давай пройдем подальше чуть-чуть, посмотрим. Не орите там, не орите, я это все уже слышал. Так. Ай, бля! Спокойно. Мне не страшно. Это все фигня, это просто реакция такая. Все, я больше не буду, я буду просто на нее смотреть, все. Все, теперь она резко просто не зайдет. Иногда просто, когда поворачиваешься, нужно, знаешь, что? Секрет прохождения этих хорроров, знаешь, какой? Ты просто должен быть готов к любому повороту камеры. То есть, прежде чем ты поворачиваешь головой куда-то, ты просто готовься, что сейчас вылезет говно какое-то, и тогда тебя ничто и никогда не напугает, понимаешь? То есть, если будешь готовым к этому всему, все довольно просто. Бери, пожалуйста, 4 книжки у нас есть с тобой, братишка. Еще и ключик есть, еще один.
Черт побери, это же идеально. Здесь тоже книжка, смотри. Оп-оп-оп. Бля, так и знал. Я был готов. Здесь она меня не могла напугать. Главное, чтобы сейчас мобила не села. Мобила, чтоб не села. Слендерина жопочку не съела. Блин. Что-то как-то странно. Еще ключи. Чего у нас так много ключей? Мне интересно. Сейчас напугает меня, смотри. Сейчас выхожу я на... А вот еще закрытая дверь. Здесь я уже был. Так, пятая книга. И сейчас будет пугание. Нет? Че, пугание не будет, что ли? А что она решила меня не пугать? Слушай, а лабиринт один и тот же, что ли? Первый лабиринт вот этот. Я отвернулся, это нечестно и несправедливо. Я отвернулся. Я смог все сделать, черт побери, мать твою, я все сделал правильно. Не ори там, не ори там. Там самка бегемота какая-то, блин, я не знаю, рожает. Звукового оформления бы побольше, было бы эпичнее, мне кажется. Давай пройдемся сюда. У меня еще есть ключ. Слушай, а у меня ключ не своровали? Такое ощущение, что у меня ключ один своровали, или я его использовал? Какое-то такое ощущение странное у меня. Так, здесь мы тоже были. Здесь мы знаем, что в углу к ней... Подожди-ка, все идет не так. Книга теперь вот здесь. Все-таки рандома здесь много. Здесь она где-то должна будет... И здесь теперь книги нет. Понятно. Понятно, рандома больше. Здесь где-то был ключик. Давай посмотрим, с ключами рандомчик здесь имеется. А нет, ключик теперь вот здесь висит. Оп. Я как-то жизни могу пополнить, чтобы спасаться от нее. Слендерина, мелкая девчина. Может, здесь где-то еще книжка есть? Вряд ли. Ладно, пошли дальше. Пошли дальше. Давай, девочка моя, покажи мне свой лучший выстрел. Свой лучший, лучший, шикарный выстрел. Так, сюда я уже пройти не могу. Сюда я тоже пройти не могу. Но сейчас мне придет Индарик. Все, короче. Здесь мы, походу, доигрались, братишка. Здесь мы явно доигрались. Где еще оставшиеся книги? Непонятно. Мне кажется, это конец. Я не смогу найти книжки. И Слендерина придет за мной. Напугает меня своей косой. Слендерина. Вот здесь я не был. Опа. Еще книжка. Да? Что? Бесполезная комната? Которая потребовала ключ? Слушай, ну так нечестная игра. Это бесполезная комната, это... Это бред какой-то. А здесь я был. Книжки. Книжки. Появитесь, пожалуйста, передо мной. Смотри, она больше меня не пугает. Видимо, сейчас будет финальный уже бой. И она меня просто сожрет. Насколько я понимаю, я просто не успел, да? Или мне так кажется? Давай попробуем пройти сюда подальше. Пока не пугает, смотри. Пока ничего страшного не происходит. Здесь я уже везде был, здесь я уже везде все облазил. Значит, какой-то момент я упустил в этом лабиринте. Да, это самое начало. Там я тоже вроде бы все облазил. Здесь больше нету комнат. Здесь вот чисто тупик, которому меня может прижать Слендерина. А мне еще нужно две книги найти. И где я найду эти две маленькие вонючие книги? Вот в чем вопрос. Так. Ну давай вот сюда. По-моему, отсюда я и пришел. В любом случае нужно прочекать все, что я еще не видел. В любом случае. Еще есть незакрытая комната. Нужно все проверить. Что-то я слишком долго вожусь с этим всем. И Слендерина больше не нападает. Видимо, она нападет в финалочке уже. Это очень странно. Слендерина. Ну так-то уже не пугает, как бы. Так-то я уже, видишь, опытный. Все, то есть я уже меня ничем не напугает. Я знаю, что она может сейчас из-за угла появиться. Я знаю, что сейчас может вылететь черепок, дать мне пиздюлей. Она может меня схватить и так далее. Это все мы уже пройденный этап. Но где я мог упустить еще книги? Опа. Вот где я мог упустить еще. И она уже идет за мной, да? Слушай, бесполезные комнаты, которые требуют ключи. Вот это бред. А зачем тогда мне ключ?
если комната бесполезная абсолютно. Зачем тогда я заюзал этот вонючий ключ? У меня ноль ключей. И эта комната закрыта. Открыта. Извините, я закрою дверь за собой. Извините, пожалуйста. Девушка, извините, там восьмая книга, походу. Тут восьмая книга. Девушка. Тут книжка. Блядь! Спокойно. Я думал, мне все. Пошла нахер. Говно. Восемь книг. Теперь возвращайтесь к выходу. Она не даст мне выйти. Слендерина не даст мне уйти. Я забыл маршрут. Я забыл дорогу. Она не даст мне уйти, я знаю. Я не дойду. Я просто не дойду. Я не знаю, куда иду. Я не знаю, мне, по-моему, назад. Сейчас все должны в комментариях говорить: Шимору, назад. Она не даст мне дойти! Господи! Она не даст мне вынести все эти книги, мать твою, она не даст! Она не даст мне вынести все эти книги. Она просто не даст мне вынести все это. Куда я иду? Здесь где-то должен быть выход. Комната с выходом. Я хожу по кругу. Выход! Она дала мне! Ага! Слендерина, говнина. Ну что, вот такая вот у нас слендерина получилась. Как тебе игруха? Может быть, на харде попробовать поиграть? Мне кажется, это будет нереально. Ну, в общем, я хотел сделать обзорчик, сделал для тебя. Пиши, что думаешь по этому поводу. Потому что хорроров на мобилочке не так много, хотя сейчас их все больше и больше. И ты знаешь, как бы довольно интересно так провести время. В наушниках можно полежать. Пиши, что думаешь по этому поводу. С тобой был Шимор. Если хочешь больше хорроров, не забывай прожать свой самый царский, лучший в мире на ютубе королевский лайк. А мы увидимся на новом видео. Пока-пока.